чтобы... Я не знаю, правда, как это делать. У меня диапазон громкости в эксплите стоит 100%. Почему он идет меньше? Кому как слышно еще нормально? Может быть, просто человека немножко не это... Динамика. Может, просто погромче сделать? Не знаю. Включить настройки звука. Я не знаю, правда, как это делать. У меня диапазон громкости в эксплите стоит 100%. Почему он идет... меньше. Кому как слышно еще нормально, может быть, просто человека немножко не очень, да. Twitch стрим еще запущен параллельно. Слишком громкий звук героев. Понял, сейчас тогда поправим. Что у меня с звуками героев? Я вообще, в принципе, могу убрать, но там уже они на минимуме стоят. Ой, что-то я чуть не вышел из игры. Так, а мы тут, кстати, тем временем артефактиков реально поднабрали. Хороших артефактов поднабрали. И еще сейчас нас ждет щит. И параллельно с этим нас ждут ульи. То есть этот улей с многобанком и вот этот улей. Но это через ход будет. Потом мы уже будем настраиваться... вот сюда. И не знаю, насколько мы сможем лихо вот этот улик взять. Вот этот вот. Так, сейчас. Делать с этими звуками героев. Что высота? Свет. Ракет. Если кто-то подскажет, как это сделать с настройками, я пока не могу разобраться. Микрофона, к сожалению, тут свойств никаких нету. Поэтому я что-то тут не могу ничего настроить. Аудио настройки. Аудиосистема, спикер. Дефолт микрофон. Да. О, все, понял, в чем система. Поставим, допустим, так. Ой. А нельзя. А здесь что поставить? Так, а как сейчас слышно? Я поставил громкость 200% микрофона. Может быть, сейчас лучше станет. Что-то нашел, что-то потыкал. Может быть, ну, пишите. Разберемся, если пока немножко на игре сосредоточусь, потому что ситуация непростая, партия важная, важная. Поэтому надо будет что-то думать. Так, надо параллельно
сделать, открыть схему шаблона. Схема шаблона нужна. Значит, от компа, от чайного компа, который был здесь, которого зону мы забрали, мы можем выйти сюда, в этот телепорт. Что этот телепорт нам может дать? Он может нам дать выход либо зону, какую зону? Соответственно, ртутную или гемовую. Что это значит? То есть не ртутная, она практически бесполезна, она нас приведет обратно домой. Но, скорее всего, ртутную зону выход здесь. Соответственно, она идет, эта зона идет к коричневому-оранжевому компу. Так, коричнево-оранжевый комп, конфлюкс, мы к нему и так пройдем, и к оранжевому мы пройдем, нам не нужно пока к оранжевому, наверное, идти, потому что, ну что, оранжевый комп. Он уже вроде, если я ничего не путаю, он его захватил. Он его, то есть город его покрасил. То есть у него даже по городам стало больше, чем у меня. То есть он опережение идет. Надо будет, кстати, гнолей как-то извлечь отсюда, потому что мы будем перерабатывать демонов. Нам это нужно будет. У нас, кстати, стек демонов пока достаточно неплохой. 29 демонов. Ну как неплохой? Это уже, конечно, для такой даты, может быть, это и, уже и плохой, но... С другими уже эльфами. Либо дать хас на ангелов, ну то есть не эльфов, а демонов, ну наверное проще всего дать хас на ангелов. И грандов забывать. Попробуем полететь в расчете на мораль. А, вот такой сайт. А, ну понятно все. Об этом почему-то пока не подумал. Не знаю, когда мы еще будем мимо проходить. Или стик. Может. Немножко это неправильно сыграл. Мы зайти сюда сможем, да? Идем. Ладно, наверное, проще так будет сделать. Если не заморачивается. Thank you.
должен их обезопасить каким-то образом. Вам не работать. Все заморозились. Фафнер, кстати. Но он нам вряд ли помощник здесь. У него мувы переэтовались. Так. Ну, в принципе, мы обратно вроде должны успеть. По моим прикидкам. Так. Значит, с птицами надо будет единичек, да? Еще кто-то там охраняет многобанк. В многобанке нужны будут единички. Как-то так и сделаем. Нужны будут единички, вот это точно нужны будут. А мы сначала, наверное, с многобанка начнем, чтобы шибко не заморачиваться. Угу. Все, забегать. 249, может быть, серьезная проблема у меня. Угу. Так, это сюда. Это центр. Ага. Так, ну, попробуем. Двадцаточка причем. Как-то я, походу, не особо удачно тут повоевал. Так. Блин, что-то он как-то, я что-то вообще неправильно сделал. Он все равно ударит, как с любой стороны. Да, обидно. Все-таки шлепнет Гога мне. А, может быть, мы его заэтываем? Что мы можем сделать? 87. Бахнуть его. Угу.
Ладно, одна нога ударит, ничего страшного. Может, 30. Ну да, так получается. Подмогли немножко. Блин, не добили все-таки одного. А вот это уже интересно. Это, возможно, уже наш кандидат. Возьмем его. Мне нравится. Тут герой определенный. Ничего страшного, что героя купим. Главное сейчас армию засейвить. Так. Блин, что-то я очень много времени трачу на всякую хрень. Тихо, у тебя микрос 5 тише звуков игры. А, сейчас я попробую, ребят, это настроить, пока не могу ничего сказать. Так, этим пока заскипуем. Так, убьем. Так. Ну, и отлично. Попробуем так взять. Может быть, даже, наверное, эфритов вместе, а демонов пополам. Так, наверное, будет даже поправить. Ну ладно. Блин, я сглазил героя. Было реально мудрость брать.
Герой с землей, в принципе, не худший вариант для нас. Так. А вот это придется устроить. Давай, Мутурга. Пока есть, пока у Десса. Давай Дессу купим. Что же не помешает вообще? А, тут есть нечего забирать. Так, будем питов грейдить, вопрос сейчас. Так, а кого мы будем демонить? Некого и демонить. Шибко уж. Гогов, ну, тоже плохой выбор. Василиски, наги. Ну, блин, даже и не знаю, кого демонить-то, кого нет. Ладно, пока питов оставим. От них толку точно здесь не будет. Так. Салмир пошел. Пока не знаю, что делать. Здесь проверяю. Знатно я, кстати, натупил и этого Сауруга-то загнал. Ну ладно, Калх пока поработает. Наверное, разгоним. Или героя еще купить, чтоб помог здесь в случае чего там, что-то может быть вывести. Ну, пока мы вывозить ничего не планируем, я так понимаю. Это все передаем. Ага, наконец-то это активизировалось. Он уже защита, в принципе, он не пробьет ее, даже если захочет. Так, сейчас давайте с микрофоном попробую разобраться. Немножко меня отвлекают здесь. Основные настройки аудио. Хорошо, давайте попробуем сделать микрофон так. Микс моно и микрофона. Триста.
На ГГ ноль слышимости. Я не знаю. А на ГГ вообще, скажите, идет трансляция? Тут что-то у меня она не пошла. Лучше стало слышно или нет? А та, или попробуем так сделать. Так, пока не знаю вообще, что, как меня слышно, не слышно. Тут у меня просто здесь я систему переустанавливал, все настройки сбились. Послушаем меня на заднем Twitch. Вообще что? Как меня слышно, не слышно. Тут у меня просто здесь у меня систему переустанавливал, все настройки сбились. Послушаем меня на заднем Twitch. Вообще что? Как меня слышно, не слышно. Тут у меня просто здесь у меня систему переустанавливал, все настройки сбились. Ну, зашел на ГГ, ой, на Twitch, вроде что-то слышно. Пишите там как, нормально, ненормально. Будем что-нибудь пробовать, придумывать. О, вот так можно сделать. О, вот так, наверное, должно быть слышнее. Ну, хотя не факт. А можно динамики, допустим, уменьшить, а здесь увеличить. Ну, давайте проверим так. Ну, хотя не факт. А можно динамики, допустим, уменьшить, а здесь увеличить. Ну, давайте проверим так. Ну, хотя не факт. А можно динамики, допустим, уменьшить? Лучше, но все равно хреново. Так, что будем делать? Посмотрим, сейчас еще что-нибудь попробуем. Чтобы еще подмутить. Ну вот так я попробовал. В принципе, я думаю, что должно быть нормально слышно. Не знаю, у меня пока вариантов пока нету. Что лучше? Ладно, что-то я немножко от игры отвлекся. Ребята, извините, мне тут надо немножко сосредоточиться. Сейчас возьмем это. Придется немножко, наверное, пожертвовать гогов на улик, особенно если он большой окажется. Ну, прям так неохота гогов отдавать, но это просто капец. А, у нас же шахта есть. Если возьмем многобанк, наверное, залезем в шахту, пробьем улик и заберем из шахты. Но это, опять же, мы целый ход здесь прокатаем вату. То есть пока Салмира выставим в цепочку. Ну и здесь придется подготовиться как-то ко всему. То есть, возможно, кого-то направить сюда. Но, скорее всего, Дессу придется ангажировать, может быть, даже главным героем делать. Ну, блин, вот Домокон вроде круто получился, да? Ну, блин, какая-то ему первая помощь, ему она не нужна. Хотя, к примеру, Домокона можно вполне себе отправить вот куда-то к Треже, например. То есть в Трежу он заскочит вообще шикарно. То есть он пополнит в колодце ману, да? Пополнит ману вот здесь и с артефактами, и прям сказочно ворвется с Маслоу, и у него будет 40 маны. Если я еще здесь ему знания куплю, пополню 40 маны, ну, в принципе, можно будет что-то там пока это покрутиться. А вопрос только, где взять медлительность? Это хороший вопрос. У меня медлительности ни у кого нет. Сейчас надо будет построить тогда гильдию в болоте. Может быть, там поможет. Но надо взять еще улики. Улики надо взять. Вот этот улик надо взять.
и как-то вот этот вот цепями добрать. И, наверное, вот этот еще как-то надо сходить сюда, выставить цепочку. Может быть, еще и компа забрать, но и хотелось бы трэжак сразу уже запускать героя. Потому что мой оппонент явно там что-то задумал. Медлить не будет. Это соберем. Это соберем. Оппонент вообще быстро ходит. Что у него там? Все плохо, что ли? Наверное, так и умрет. Давай попробуем сначала включить многобанка. Феечки-то понятно. Или с Василисков надо начать, вдруг мы денежку потеряем. А, Василиски даже отступают. Ну, круто. Большой, да? Ну, в принципе, думаю, здесь мы изи должны это все законтрить. Твою мать, у них что, скрипт что ли на морали, я не понимаю. Совсем что ли страх потеряли? Просто какой-то капец. Вот что не нагабанк, то мораль. Я уже на этом деле столько гугов залил. Можно, кстати, коинфлип кинуть и попробовать пробить. Но это бред, конечно. Вот сейчас что-то не сморалилось. Мне такое сейчас настроение, что я готов прям ворваться так. Ну, ладно, так мы не будем делать. Не будем тильтовать. Сейчас надо поделить. Надо будет. Не, не надо. Можно было и так ворваться. Сюда будет, это здесь будет стоять. Дойдем мы до, в принципе, нормально дойдем. Вытаскиваем Десса Дамакон. Так, построим здесь гильдию. Проверка на слоу. Слоу дают. Шикарно. Шикарно. Блин, плохо, конечно, тут может мораль прокнуть и Дамакон умрет. Ну а куда его еще с другой стороны деть? Не, Дамакона, конечно, потерять не хочется. Можно ему чуть-чуть единичек просто принести, да и все. Айденом. Айден все равно тут ничего не делает.
где у меня находится змея? Вот она. Слово выучили, шикарно. Так. Дессу надо куда-то выдвинуть поближе к центру боевых действий. Пусть тут стоит. Мы передадимся, к примеру. Да, плохо, конечно, что у дракона все равно первая скорость, они там меня закусают. Куда дойдет? Дойдет. Нет, надо пересчитать МП. Ну, дойдет, все равно доходит. Норм. Дамакон. Может, кстати, обзор земли постановить. Минуточку. Так, смотрим. Здесь у компьютера выход... Комповский замок очень далеко, но зато выход в цитадельскую смешку очень быстрый. Там пока никого. Здесь плавает Редди. Так, туда тоже смысла нет, такой дальше за компом идти. Что по ТРЖ у нас? ТРЖ вот здесь. Вот тут выход, да, получается здесь. Ну, ТРЖ, кстати, такая большая. То есть есть вариант, что там ништяков на самом деле на этого. На. Поэтому хороший мы выбор делаем. Угу. Так, ладно, пока пропускаем. Главное вовремя дойти. Так, привет всем, кто подходит. Я понял, слышал уже про игру. Давайте вот так попробуем сделать. Что поменяется? Скажите сейчас. Громче, не громче. Default speakers, default microphones. Так. Угу. Thank you.
так лучше будет слышно. Ну, что-то мне такое ощущение, что вообще нифига не лучше. Так. Я тут настройками тыкаюсь. Вы, если что, пишите. Если вдруг... если вдруг улучшения какие-то будут. Ну, пока ничего не знаю, не могу ничего сказать. Ну, еще как вариант... разница. Так, попробуем так. Так, слышно. Я вот на Twitch захожу. Сейчас посмотрим. Ну, я слышу себя довольно-таки нормально. А, нет, плохо сейчас слышно. Давай еще попробуем. Так, ну что-то я пытаюсь в настройках потыкаться, вообще ничего не помогает. Ладно, уж пусть как есть. Ну, хоть чуть лучше стало. Ну, радует, что хоть чуть лучше стало. Может быть, это... нормально. Так. Просто надо сейчас выработать план вообще дальнейших действий. Сейчас мы спустимся в трэшачок. Посмотрим, что тут за шлак насыпало. Надо как-то этих передать. Гналей. У нас очень обидно, конечно, нас вот здесь вот подрезали с дорогой. Ну да ладно. Здесь тут можно, кстати, пробежать ложком сюда, посмотреть, что здесь есть. Дорога это позволяет. Наверное, Сауруга пошлем, пусть хоть пользу принесет. Конечно, топовый герой, но... меня немножко беспокоит факт того, что мы сидим в цейтноте, а оппонент час таймера накопил. Проблем у него там, наверное, ошибка нет. Ну, хотя, судя по тому, у него шакти какой, но Гунар у него топовый и папка.
Ну что, попробуем сейчас в трэш зайти, посмотрим. Дамакон. А калк здесь по этого, это порезвиться. А вот не знаю, как у драконов, кстати, пробивать. Они просто сейчас все мне закроют. Стрелков заблокируют. Чем я их буду сносить? Или стрелков не брать, демонами чисто попробовать их. Вив у меня... Ну, у меня 12 вив, в принципе. Ну, там, блин, драконы это жесткие. Жесткие ребята. Так. Надо, наверное, еще какого-то ложка заслать вот сюда. Чтобы он проскочил сюда, может здесь что засветит путного. Смотрим нашу армейку, да? У нас есть демоны. 31 демон, да? 12 вив. Ангелы, фриты. Ну, нормально, я думаю, как-нибудь запинаем уж. Если мне сейчас располовинивание там не устроят. Так. Посмотрим, сколько их вообще может быть. Ну, их пятак. 5 драконов должно быть. По моим прикидкам. 5 мы уж как-нибудь осилим, даже пусть с какими-то минимальными потерями. Так, тут комп погибает. Так. Ну, наверное, можно ее уволить. Но как-то особо не нужна. Хотя можно этого просто загнать в замок.
не будет хуже. А Сауруга можно будет направить куда-нибудь вот сюда. На разведку. Угу, вот и вот разведочки конец. Ага, Айнин. Здесь нету какого болотника никакого. Виву, что ли? Не, Виву шикарно слишком ему давать. Ага, сколько у меня здесь войск? Надо нас все-таки взять места. А мясо, кстати, есть вот... А, блин, я же затер героя с мясом. Вот ну бас. Вот ну бас. Так, Гогов. Блин, мясо вообще некуда деть. Брать ли фритов? Фритов, правда, жалко. Ну ладно, ничего. Ангела. А вот ангела, наверное, не буду брать. Пусть остальных там покромсают немножко, ничего страшного. 5 драконов. Отлично. Блин, я нубас такой, нубас. Вампиры лорда, да? Ладно, мы немножко тогда сделаем, немножко скипанем ход просто, да и все. Здесь попа этого.
Улики как на подбор, царские просто. Поставим сюда. Здесь, блин, а тут немножко не добрали ртути, обидно. Все передаем. Стоп, а что передаем там? Мне надо еще здесь эфритов построить. Да, опять немножко затупил. Ну ничего. Что-то я затупил, кстати, на вампиров не полез, у меня же масло было, что-то бред какой-то опять сотворил. Пока оранжевый компьютер тут нагинает моего оппонента. Я думаю, сейчас должен писать ГГ. Временем. Так это не то. Это сюда. Что-то сильно долго он сражается, но, видимо, просто ход не принял еще. Все. После сложнейшего боя оранжевый оказался уничтожен. Так. Значит. Из 90 гналей получится ровно
15 демонов. Из 22 бесов получится только 2 демона, ну из 18, да? Ну и нормально, то есть 15 демонов к моему стеку, в принципе, тоже не худший вариант. Здесь все посетим. Может быть, еще сейчас докупим 18 штук гнолов. Вот эти бесполезны. То есть на этих порежем и на нагах. Давай пили параллельную каточку в ПЛО. Да блин, я пробовал параллельные каточки запускать, даже в шахматы запускал стрим, но не покатило. Я слишком отвлекаюсь на параллельную игру, мне лучше на героях сосредоточиться. Кстати, интересно, может быть, вот здесь какая-то фигня есть, может быть, к концу найдем. Ну, по концам у меня что-то прям тускло. Ну, тут алх прилично смотрится так достаточно. Ну, нам вот в идеале сейчас, да, сейчас где-то к улику подобраться кем-то, каким-то героем в по цепочке. И уже сейчас вот здесь возьмем улик. Правда, их тут что-то до хрена, но как-то должны разобраться с маслом. Здесь улик возьмем, и где-то надо уже к утопе готовиться. Виф у нас норм. Идет 1.27. Надо здесь поставить обязательно эфритов на 1000. Но я сейчас на габанк возьму, будет золото, конечно, больше. Золото будет больше, мы поставим эту штуку. И здесь поставим замок. Ну и, соответственно, гильдию надо достраивать, конечно. У меня с ртутью траблы, да, но ртуть мы следующим днем вот здесь вот отобьем. Нормально, в принципе, будет. Даже не знаю, кого в папке. Мне, может быть, Ниму скачнуть как-то, может быть, там дадут. Ману. Да Макон сейчас тут побегает. Здесь заберем. Разведчиков сюда зашлем. Ну там уже видно будет. Трежа большая по размерам. Она очень такая вот от угла идет, да. Ну и вниз где-то до сюда. Вот такая вот зона. То есть здесь вероятность найти какую-то утопку велика. Ну и параллельно надо не забывать здесь вот отстраиваться до гильдии. Но для этого нужно... О, ртуть, кстати, халявная. Но этот день она нам не нужна, следующий день возьмем. Вот эту, кстати, бы пробить. Так вот, между делом. Очень тоже бы помогло. Ресурсы нужны на гильдию. Сейчас, наверное, даже Дессу специально на вивах отправим туда сгонять, просто вот это собрать и вив вернуть, потому что все-таки хорошая штука такая на седьмой день и на первый посетить пригодится. Ну и здесь еще сейчас пробежим, вскроем обзорку, тут понимание, может быть, конца есть, тогда в срочном порядке мы сюда кого-нибудь командируем. В идеале не залиться бы. Ну да, тут как бы соотношение замков-то такое, что залив не исключен совсем. Надо сюда взять каких-нибудь мелочи, типа эфрита, не до пару эфритов пробиться сюда. Посмотреть хотя бы, что там такое. Может, там что подсобрать. Кстати, есть интересный вариант. Вот я тупанул жестко. Салмира.
Салмира уволил со скелетом. Если здесь я скелетов сохранил, я бы мог гремлина волной смерти замочить. Они 70 стэков, допустим, их, ну там 70 по 10, 40 волна смерти должно где-то наносить. Ага. Ну, пробьем там, на первый день. Не суть. Вот ртуть, вот ртуть. Вот эту штуку надо обязательно сейчас забрать будет. В идеале, конечно, Дессу на такую хрень запускать, как сбор мельниц. Ты, конечно, так по темпу проседаешь, но все-таки гильдия мне прям нужна-нужна. У меня ресурсами нормально, тут ртуть бы пару раз прокнул. Здесь ртуть есть, кстати. Здесь ртуть. Ну, я думаю, должны что-то мы здесь сварганить. Пятый этажик бы сейчас построить, и норм. Конец второй недели, да. Конец второй недели. Что мы достигли? Получается, у нас уже такой нормальный стек демонов. Вив начали собирать. Контроля пока нет. До Гомунгулса на спайдере нам далековато. Что на 1.3.5 у них там неубиваемые армии. Вот Дессу как-то бы подкачать бы, может быть, земельку бы, и можно было прям смело на Дессу пересаживаться. Коробочки Десси можно отдавать. Десс это, конечно, топовый герой. Оппонент явно что-то задумал. У него голды больше. Ну, голды там с моим сравнением не показатель, конечно. Так, все, поехали. Мариус. Питов надо забрать. И магогов. Кстати, магоги, они мне, может быть, помогут даже разбить всех этих пацанов. Так.
Ладно, не будем против стрелков брать своих стрелков, потому что они могут обидеться и начать стрелять не в тех. Но у них патронов-то дофига, поэтому так. Четыре? Почему? А вот это я сильно накосячил. Так. Очень странно. Что-то я опять не рассчитал. Ну ладно. Гнолов 6 хп. А, 3 пита, 5, ой, 3 пита, только 4 штуки возрождают. Вот нубас, а. Реально нубас. Я за уже не демонил 100 лет, забыл, как это все делается. Так, все, нимус больше не трогаем, да? Так, ну, значит, надо это. Да, большой ногобанк еще, к тому же. Ну ладно. Ну, нам, мы должны все равно его вскрыть без потерь, без больших.
Зная папских наг, они сейчас могут вообще промаралиться и убить мне кого-нибудь. Костерчик бы забрать. Ой, блин, что-то затупил немножко. Так вот можно. Так. Поехали дальше. В мельницу хочется зайти, но ну да ладно, уже не до нее. Герой сидит уже. Так, здесь пока это не до этого. Здесь не будем ничего покупать. Синтеус нужен. Да ладно. Гулять так гулять. Блин, и как назло, единички сейчас не хватит, ну капец. Для двух демонов. Так.
Так, Дамакон, поехали. С чего ему надо-то? Так, все пробили. Блин, траванул. Капец. Грязь, конечно. Ну ладно. Блин, ну ладно. Что-то мне упорно какие-то говнонавыки запихивают. Просто... О, ну хоть ресурекшн есть еще, то хорошо. Есть хрень. Накидочка. Точно не помешает. Рефьюга, блин, не достали. Ну ладно. Тоже не так критично. Пробежи. Здесь кастл не хватает. Ну и... Хер с ним. Так, все, окей. Ага, все. Передаем. Так, сейчас немножко это. Когда фритов демонит Мамилу, говорил, что из них лучше демоны получаются отборные. Сразу грейженные демоны получаются. Так, я что-то немножко фейлить начал. Ну, блин, не знаю. Так, что здесь за зона? Без охраны. Здесь без охраны. Здесь кто-то уже побывал. Кто-то побывал уже. Здесь не знаю даже кто. Конюшенка. Комп конфлюкс. Ну, вряд ли он потом. Ну, хотя мог, по идее, чего бы нет. Может быть, красный же игрок, оппонент. Так, сейчас будем трэжачок посмотреть.
То есть Брахильд наверх, посмотрим, тут до угла есть пространство. А, не знаю, насколько я сейчас готов к утопии, ко взятию утопы. Ну, с вот этим свитком, конечно, я чувствую себя явно увереннее, чем без него. Он в утопе мне очень зарешает с восьмой-то силой. Блин, ну улики все минималки, да на 6, да на 4 вива, ну как так? Вот этих надо, конечно, обязательно забрать. Но у них сейчас будет скорость 12, но мы ангелы тоже 12, поэтому, в принципе, масло успеем пробросить. Нормально, пока нормально идем. У нас, конечно, мы проигрываем по количеству городов. Я так понял, что он уже отжал коричневого. Коричневого отжал? Кстати, надо... Есть обзор земли, я что-то не пользуюсь им. Если он, ну, прошел вот так, да, скорее всего, действительно, он отжал коричневого. Если он отжал коричневого. Ну, либо, как вариант, просто вот эти компы уже по замку все захватили, но... Тоже что-то слабо в это верится. Так, здесь кто-то есть. Мумии что-то тоже охраняют. Посмотреть надо. Вот зря я калху огонь, конечно, взял. Вообще не нужно было это делать. Тоже вообще не к месту. Здесь рифьюгу, может, сейчас дадут чук путевую. Мне бы еще, кстати, где-то силу армии посмотреть, так на всякий случай. Ну да, сейчас мы построим здесь третью гильдию, а следующим ходом четвертую, уже можно будет ресурект юзать. Мне вот вместо вот этого бы навыка, мне бы лучше бы так мудрость пригодилась, от которой я отказался по дуре вообще. Сейчас бы экспертная мудрость вместо вот этого говнища бы была, было вообще нормально. Может быть вот так пробежим, может быть циклопятинку, кстати, возьмем, тоже очень интересный вариант. Почему нет? И мне бы сейчас какую-нибудь коробку на опыт, чтобы я Дессой взял бы эту коробку. Но пока, к сожалению, у меня кроме вот этого Дамакона героев с землей нету. Ну, Септиена не в счет. Это, кстати, говнишко бы как-то вывести. Сейчас. Тонны эфритов здесь. Тоже. Как это все вытаскивать? Сколько ногобанков съел? По этой зоне он, в принципе, мог пройтись.
Ну, я не знаю, прошел бы он на пролом бы, не задевая всех, не взять динамятин, например. Ага, привет, Антон, удачи, спасибо. Спасибо. Удачи тут пригодится. Вроде я уже все зафармил здесь, и многобанки, а все денег нет. И гномятни все взял. Сейчас надо две мельницы взять. Даже три мельницы. Костер, может, реально хватит на ГМ. Не, сейчас еще, может, какие-то мощные свитки бы нашлись в ТРЖ. Уже можно было бы вращать начинать. Может быть, я зря не уделил внимания септиене. Может быть, стоило некромантию сразу качать. И может быть, я сейчас еще нафармил бы скелетов нормально. Так они всякие какой-то трэш получился. Так, ладно, поехали. Что он тут наворотил на этот? О, у него Гашан появился, ты прикинь. А парень не теряет времени вообще. Ртуть дали, шикарно. Ты. Квестовый шлем череп определенно пригодится. Все, здесь ничего нет больше. Где у меня этот Энтеус? Да, все, в принципе, правильно прочитали. Здесь этот красный уже шарится здесь. Может быть, вообще имело смысл тут даже не масло не тратить. Недооценил я их. Прыти, что они сейчас могут демонов ужалить. Прям больно-больно. Или вив. Ну ладно, кого ужалят, того ужалят. По сути, это масло вообще не было смысла тратить. Да, герой продолжает качаться сильно.
знаю, кто будет папашкой. Кто? Ну, я надеюсь, что Десса. Надо было, наверное, стрельнуть в них все-таки разочек. Впулить в них. Нац мумий он убил. Ну это хорошо. Сейчас, блин, ответку снимет вот этой, вот этим. С одним хп. Ну это просто капец. А, ну ладно, так тоже. Мне не сильно страшно. Тактика. Почему нет? Я уже это. Нахавался говноскиллов. Так, здесь у нас путь сюда. Минотавры. Хорошие воины. О, ожерелье скорости. Чё такое, а? Ну чё за говно-то здесь охраняется? Квестовая труба, что ли? О, утопа найдена. Наконец-то. Угу. Наверное, утопан, но не в моей треже. Я, наверное, даже не пойду в арену, чтобы времени терять, потому что это... Вот Десса можно вот туда прогнать. По этим. Так. Или посетить. Все-таки утопу, наверное, он будет брать, поэтому не помешает явно. Так, ладно, пока здесь. Так. Ладно, подразведаем, может, еще чуть-чуть. Так, надо будет пойти. Вот и Пандора для Дессы. Надо на Дессу сапоги перекинуть, наверное. Так.
Рашка. Ничего пока строить не будем, кроме гильдии. Может быть, стоило еще Септиену выбежать Септиеной, чтобы под этого подобрать ртуть. Она будет нужна следующим ходом. Ну, кстати, тут он где-то здесь вот шляется, вот прям здесь вот по бездороге чувствуется где-то. То есть не исключено, что он сейчас еще и может контроль найдет и прыгнет, просто заберет замок. Сейчас как-то надо что-то все выкупать. А выкупать не на что. Допустим, эфриты. 4700. Ну, в принципе, можно выкупить. Можно здесь выкупить сначала, начать с этого замка. Тут и гоги будут. Можно выкупить и гогов тут. В принципе, надо было здесь, наверное, героя купить. Выпустить его хотя бы до... на передачу. Но у нас пока нет проблем вообще с пробивной силой, поэтому... Вот это надо забрать. Вы с Перри играете? Нет, без Перри. Мы играем как настоящие мужики, которые только скиллом тащат, а не всякими перестройками там. Мы контроль получаем с первого раза. Хотя, если честно, я просто забыл эту опцию предложить. Десса вот так пробежит. Здесь Пандорку схаваем. Тут скиллов я, конечно, набрал царских, но что делать? Надо это поменять, не забыть. Шлем-череп тоже надо будет забрать. И свиток, возможно, нацевый какой-то. Все-таки, если думаю, сейчас довезу мясцо со всех этих городов, мы тут грабанем. То есть у нас хорошие параметры, хорошие статы. Нападение, есть ресурект. Ну, некоторые, знаешь, так, игры... Ну, у него, видишь, Гашан тут показался. У него есть Гунар, Гашан, Шакти. У него старт Гунаром и два родных, получается. Ну, включая Шакти и еще второй родной. Там троглодитов, наверное, было немерено. Он на первый уже с ангелами бегал. Там, короче, тоже какая-то жесть по сдаче. Он замки еще зеленого забрал, оранжевые. Это у него замков больше ощутимо. Поэтому не знаю, как тут тащить. Так, надо, наверное, сейчас направить вот этого гитсу героя выкупить и вот это попытаться забрать. Вот это, вот это, вот это, вот это. Сундуков больше отожрать. Чтобы хватило на выкуп отсюда. Вот это мы не поломаем, вот эти приросты. Вот это да. Тут надо проверить, куда это ведет. В какую зону. Хождение по воде, кстати, тоже не самое плохое заклинание будет в сложившихся реалиях.
публики минимальные, как назло. Бесов, кстати, можно переплавить. 35 штук. Это надо тоже забрать обязательно. Но это не факт, что заберем, но если только двойным приростом и тем, и тем. Скоро, наверное, тоже сейвиться надо будет. Завтра вставать рано на работу. Полчасика засейвим. Да, что-то у нас в чатике сегодня народа прям мало, но кто-то есть. Я даже не знаю, имеет смысл ли стрим запускать для такого количества народа. Ну, но обещал, что я все игры свои в этом турнире буду стримить. Все ждут шахматы. Да ладно, никто их не смотрел. Кстати, Рашка-то это с артефактами. Я не помню, у меня он был или у него. Минстрим заканчивается, вроде добавится народу, скорее всего. А Милу там опять кому-то проиграл, да? Кстати, я забыл, мне надо рынки здесь было везде построить. Ресурс, сила. Ну, мне нет, 5000 жалко. Но рынки можно было воткнуть. Здесь их нет, а в родном-то есть. Может, сейчас даже наменяем пару единиц ртути. У меня 82 гема, куда их? Привет. Привет всем, кто подходит. Со стрима Амилу. Welcome, папашки. Тут, кстати, можно тоже бесов подвыкупить и тоже их переплавить. Я хочу прожить здесь всю свою жизнь. Степка, привет. Сладышок. Тут или микрофон сменили, или стримера. А я не знаю, слушай, я переустановил всю систему. А сейчас у меня какие-то траблы с микрофоном. Он прям очень-очень-очень плохо слышно получается. Я тут его на максимум сделал громкости, но что-то как-то не это. Хотя я, в принципе, включаю слышимость, да, на Твиче свою запись. В принципе, нормально. Не могу ничего сказать.
Не знаю, как настроить. Хз, сейчас все нормально слышно. Ну, вроде тоже нормально. Вроде я сам смотрел, ну, включал стрим. Как бы нормально было мне слышно. Не знаю. Может, ну все окей, ну ладно, хорошо хоть. Значит, ведь нормально настроил. Да, конечно, оппонента надо где-то уже срочно убивать, потому что Гошана мы в лейте точно не переконтролим. Поехали дальше, посмотрим. Смотрим, что там у нас есть. Здесь пробежимся. Тут нашли улик, да? Тут нашли Пандору. Нашли Пандору, нашли. Нашли плащ, некроплащ. И здесь что-то нашли тоже. Что-то тоже нашли. Ну, тоже, кстати, не помешает вот это вот. Ну, это у меня есть, правда, щит. Будем покупать, нет, не будем этих минотаров. В топку их. Пандора тут непростая. Ладно, так как-нибудь забьем их уж. Придется стрелять в них. Даже единички нет. Обидно. По три цербера убивать, что ли? У меня ангел таким образом отъедет, я думаю. Ай-яй-яй-яй-яй! Что за говно-то, а? Мне прям так не везет сегодня на морали. Проклятие может пригодиться, да, для чего-то. 5 на 25. 1000 урона, 1000 хп. Там останется не так много. Ну ладно, не будем тратиться. Чуть может потеряем, но мне мана прям нужна будет дальше. Два демона. Ну, виноват. Кучу армии отдал. Просто ни на чем. Потому что Десе было тупо лень подойти. Ну, бред вообще, конечно. Так. Тут рынок черный. Забьем. Тут свиток, кстати, может быть, тоже пригодится. Так. Чих, то надо спрятать временно. О, палатка пришла. Хорошие новости. Так, где взять золото еще? Нет, мне надо сейчас поставить гильдию. Первая задача у меня. Смогу ли я сейчас рашкой где-то ртуть отбить? Ну, здесь на удачу, да? Здесь не дойдем. Ну, придется подменять чуть-чуть.
Блин, и золота уже нет. Так, ну таун портал далее, и то хорошо. И то хорошо. Так. Так. Сейчас пытаемся пробить. Блин, еще плюс один скорость не одел. Ну, бас, что говорить. Интересно, какими силами мы чародеев одолеем? Что мне для этого понадобится? Так, это сюда отдадим. Это сюда отдадим. Так. Тут хорошо пробили, нормально. Блин, вот ртуть же была. Кстати, здесь проход есть. Тогда пока минотавров, наверное, не будем бить. Рашка, рашка, рашка. Здесь надо Мариус подогнать немножко сюда. Нормально, должны сейчас все это вывести. Мы, если при наличии, конечно, денег. Если, может, здесь денег дадут, тоже не худший вариант будет. Так, ладно, все, передаемся. В принципе, нормально. Сейчас вытащим этих эфритов. Тут деньжат подсоберем. Мне сейчас надо где-то еще ртуть найти. Еще ртуть найти. Ну, в принципе, можно изначально с птиеной сюда выбежать. Пробить. Можно с птиеней, наоборот, одного какой-то фрита оставить. И волной смерти замочить их. А еще и сера кончилась. Прикинь, вот ртуть-то здесь есть. А серу, сера вот есть. Можно было грабануть, кстати, циклопятню, что-то об этом даже не подумал. Что-то даже вообще нереально об этом не подумал. Да, ее сейчас будет вернуть. А что там окон с маслом? Да, Ваня, что-то я вообще не увидел. Ну, что-то затупил, вот этого мова не увидел. Конечно, я бы легко бы взял бы циклопятню. Наверное, придется сейчас вот так вот делать, ход назад, клеточку назад сходить, да маконом забрать все это.
Ну, это надо будет делать уже после подвоза прироста, потому что толку от нее нету. Конечно, да, конечно, изи. Мне сейчас, вот если здесь будет разгон тоже царский. Ну да, разгон царский. Чего уж. Вот хорошая, наверное, наверняка Пандорочка будет. А сейчас вот здесь Десси бы дали бы какой-нибудь. Не знаю даже, что хочу надо. Ну, опыт надо, опыт, конечно, надо опыт. Зато хорошо, хоть это. Да, это. О, кстати, и Калф, может быть, с экспертным огнем-то тут бы и повращал бы. Может быть, и огонь бы не самый худший скилл окажется. Дается, кстати. Да, параметры, конечно, слабенькие. Надо будет как-то сейчас утоп вскрывать. Пока даже не знаю, каким образом. Я вот думаю, может, стоит сначала взять вдруг деньги, тогда я вообще скуплюсь без проблем. В утопу еще, наверное, рановато. Прям вот именно этим ходом, может быть, следующим. Я хотел гнолов уволить, но что-то потом пожалел единички. Думаю, может пригодятся. Десси логу бы надо, конечно, качнуть. Здесь тоже надо, конечно, под этого поймать ДД и будет норм. Здесь тоже масло тратить, да, в утопу нужна будет магия, в утопе мне воскрешение понадобится. Еще, кстати, можно бы до улик бы добрать как-то. Думаю, наверное, как вариант вот так вот сделать такой мув. То есть сейчас Дессой взять ящик, да? Дамаконом взять циклопятню и направить его сюда, ближе к утопе. Дессу развернуть сюда, в сторону там пробить гномов, вот этих вот все, вот это вот все пробить. То есть Дессу пока подкачать. Здесь может тоже что-то дадут полезное. Вот. А, ну и цепочку выстроить, следующим днем утоп бомбануть. Тем можно там получить по щам, но что делать, рисковать придется. Так, ну следующий ход, наверное, засейвим, потому что мне уже тоже надо уже спать. Да нет, ты зря ты так говоришь, у меня армора 7, и еще у меня есть плюс 4, то есть меч есть, щит есть, щит плюс 4, и это плюс 2, плюс 6, то есть как бы армора нормально там будет.
Ну, СП, да, СП надо прихватить за коровами. В идеале, конечно, вот эту тему прихватить. Она мне потом, может, игру потом сделать в конце. Если дойдет прям до затяга до какого-то. Десы надо сюда пройти будет. Вот эту забрать, улик забрать, эту подкачать. Нормальный план. Может быть, в рефьюгу заглянуть, там кого-то тоже может дадут сильного. Тут надо этих зомбаков пробить, чтобы тюрьму вскрыть, туда что-то подразведать, может там что есть. Потом до Макона разбить сюда, выучить ему магию. Если он, конечно, мудрость докачает, он должен, по идее. Если мудрость огонь докачает, кстати, очень интересный герой будет. Под экспертный берс прям. Давай вышечка с ДД. Да вообще изи. Прям изи. ТП уже. Сколько он, интересно, скелетов уже успел наделать с Гашаном. Гунара он, конечно, не показывает. Интересно посмотреть, что там за Гунар. Потом по закону окажется, что он возьмет этот улик, а там окажется максималка. Неожиданно именно в этот момент он решил задуматься и походить надолго. Нет, Гунар. Ну, Гунар, понятно, что у него теперь главный герой такой-то армии. Так, ну о чем я думаю с Дессой, да? Может быть, деньги, да? И тогда мы скупимся как-то по красиво. Красивее.
Сюда бы заскочить, конечно, глянуть, что тут такое. Пробуем. А, не работает, понятно все. Вопросов у меня к этому монолиту больше нет. Так, Мариус. Собачку оставим. Может, куда-нибудь бежит потом. Но оппонент сам предлагает не сохранить в конце хода, не, ну, как бы мне тоже уже пора, поэтому вот опку-то, конечно, мы не прихватим, а вот вышечку-то рубанем, я думаю, пятую. Ртуть есть медузятни на минутку. И ртуть есть вот здесь. Ну, зачем мне это все, когда у меня есть более ценные объекты? Ага, тут у меня есть артефакт на талисман на ману. Еще бы третий бы здесь где-то найти, было бы вообще круто. Пандорка еще одна. Прям отлично. Ну, эфриты, конечно, все портят. Пять зомбаков, конечно, хорошо, но, блин, они вообще никуда не пришли, их никуда. Реально. Сделаем, сделаем так. Как пока довезет вот то, что есть, да? А остальное будем покупать. Блин, через вот эту же дырку можно было затащить все. Дело опять накосячил. Ладно, в принципе, не нужны мне так эти эфриты. Десу мы направим наверх. Большая. Так, этот убьет. Этот убьет. Ну, в принципе, мы не боимся так-то никак.
строим гильдию. Всем же интересно, что там будет. А там взрыв. Ну, так скажем, вообще не худший вариант. Блин, надо было ему манреген отдать. Ну ладно, ничего страшного. Так-то. Да, зомби мне отлично помогут. Прям вообще отлично. Это уже надо сейвить, это просто уже не игра, это уже какое-то идет извращение. Бред. А все начали ходить вот прямо. Все, ладно, всем спасибо. Всем спасибо, посмотрел. Все. Что-то народу под самый конец только подошло.